Творческие номера представили 5 районов – Маслянинский, Искитимский, Сузунский, Черепановский, города Искитим и Бердск. Компетентное жюри оценивало участников в 4 номинациях – вокал, танцевальное, музыкально-исполнительское искусство, художественное чтение. На сцену вышли не профессиональные артисты, а педагогические коллективы. Более ответственных, более творческих, более интересных людей, чем педагоги, не существует. Поэтому сегодня мы все признаем и признаемся вам в любви. Вы большие-большие молодцы. Тяжелый выбор предстоял членам жюри. Талант наших педагогов они оценили по достоинству. Дипломами лауреатов отмечены коллективы 4-й, 9-й и 12-й школ.